Привет, привет, мои любимые дорогие зрители. Честно хочу сказать, этот видеоролик появился конкретно благодаря моему посту в телеграм-канале. В моем телеграм-канале я сделал пост на тему, связанную с тем, что замечательный господин Ляшко, которого у нас многие знают и любят еще со времен ковида, решил, ну, принял, будем говорить, такое решение, конечно, это не он один придумал, решили отменить инвалидности, отменить инвалидов, называйте это как угодно, то есть решить вопрос с инвалидами, и даже они говорят, что готовят какой-то законопроект, что и они хотят это как-то решить. Я еще хочу заметить, это давно он уже достаточно говорил об этом, и в моем телеграм-канале я всегда пишу свежие новости. Соответственно, ссылочка на телеграм будет в описании. Переходите, друзья, подписывайтесь, будем оставаться с вами на связи. Давайте, друзья, сейчас я постараюсь простыми словами, будем говорить, незамысловатыми, объяснить, насколько глубока, будем говорить, это кроличья нора. Потому что на самом деле я вначале как-то к этому так отнесся, потому что очень много там проклятий писали на власть, очень много плохих слов, которые нельзя говорить при детях, будем говорить так. И что там только не началось, и именно, я же еще раз повторюсь, это и стало идеей для моего видеоролика. Потому что я, честно сказать, думал, не до такой степени это интересно. А оказывается, интересно и даже очень. И в чем суть? Суть в том, что хотят принять решение о том, чтобы отменить все эти инвалидности, отменить их, поменять, будем говорить, изменить название, честно сказать. На самом деле, как бы кто ни говорил, как бы кто к этому ни относился, ранее были инвалиды, потом придумали такую формулировку «лица с инвалидностью», сейчас они там придумают что-то, как говорится, другое. Будет законопроект, тогда почитаем, и что-то может быть придумано. Говорят, примерно это рассчитывают сделать к 2025 году. Это еще из более ранних материалов, я об этом слышал. По кому ударит отмена этой всей инвалидности? Будем, конечно, начинать с простейшего, с того, что из-за войны, понятно, у нас, к сожалению, Российская Федерация обстреливает, убивает наших граждан, совершает, будем говорить честно, преступления на территории, военные преступления на территории нашего государства. И, соответственно, естественно, есть наши военные, гражданские люди, которые пострадали, которые являются инвалидами. И это реальные инвалиды, которые действительно заслуживают на то, чтобы им государство оказывало какую-то помощь. То есть первый вопрос будет решать, естественно, с ними. Я считаю, что такие люди не должны оставаться без какой-то поддержки от государства, как бы оно ни называлось, кто бы там чтоб не придумывал, какие названия. Я считаю, эти люди, во-первых, герои, это если говорить о наших военных, а вторые, те, кто просто пострадали, то это просто пострадавшие люди. И кроме того, есть же куча еще других людей с инвалидностью, которые ранее ее получали, которые действительно, я считаю, в своем положении, в том ужасном, в котором они находятся, заслуживают на те выплаты от государства, которые есть. Конечно, понятно, что эти выплаты нифига ничего не покрывают, но, как говорится, хоть какая-то копеечка. То есть, если отрезать этих всех людей, которые реально являются инвалидами, это будет, в любом случае, я думаю, каждый из нас с вами согласится, большая экономия для бюджета. Следующий, тоже очень немаловажный вопрос. Я думаю, многие из вас знают, что лица с инвалидностью не подлежат мобилизации. Первая, вторая, третья группа любая, прописано это четко в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке в статье 23. Кроме того, не подлежат мобилизации еще и родственники тех людей, которые являются инвалидами. Соответственно, это огромная категория людей. Сами инвалиды и их родственники. То есть тут идет речь о миллионах людей, будем говорить честно, если взять по всей Украине. До войны было что-то более 2 миллионов инвалидов. Сейчас понятно, что стало их больше. Соответственно, все эти люди имеют право, естественно, на выплаты, имеют право, естественно, того, чтобы не быть призванными по мобилизации, кроме того, и их родственники. Если взять, что на каждого инвалида хотя бы по одному человеку, раньше их было меньше, то это уже колоссальное число тех людей, которые освободятся, будет возможность у государства призвать данных людей на службу в вооруженные силы Украины. Третье. Тоже очень немаловажный момент, выезд за пределы нашей родины. Ведь вы знаете, дорогие друзья, что если у кого-то ребенок с инвалидностью, родственник с инвалидностью, тесть, теща, родители, жена,
то человек имеет право выехать за пределы нашей Родины. Этот вопрос тоже, говорится, хотят решить и закрыть. То есть отменится инвалидность и не будет инвалидности. Соответственно, все вот эти люди, перечисленные, начиная от самих инвалидов, заканчивая всякими их там родственниками, не смогут пересекать территорию нашего государства. Не смогут выехать за пределы, будем говорить, нашего государства. Заехать-то, понятно, смогут, а выехать уже, как говорится, забудьте. И вот после того, что я рассказал, скажите, что у нас во власти глупые люди. Я не буду говорить, что там их какие-то циники, негодяи. Сами можете дать им оценку. Я здесь говорю о том, какой профит колоссальный получит наше государство, если отменят эти инвалидности. Начиная от экономии колоссального количества денежных средств, которые можно пустить, к примеру, на ту же там, плитку где-то положить, что-то подремонтировать, что-то дорогу какую-то сделать. И еще огромная категория людей, сами инвалиды в первую очередь. Ведь понятно, что они считают, что там же не все обязательно, что прям такие инвалиды-инвалиды. Есть же там и третья группа, есть какие-то спорные варианты. И, естественно, кроме того, что денежные средства этих всех людей, их родственников можно будет призвать и наконец-то сбудется их мечта закрыть выезд гражданам Украины за пределы нашей Родины. Справедливости ради, что я хочу заметить, дорогие друзья, что лица с инвалидностью, их у нас значительно прибавилось во время войны. Я не говорю здесь о наших войнах, о героях и о тех, кто пострадал от российских обстрелов, взрывов и всего остального. Я говорю о тех категориях, будем говорить, которые получили во время войны. Будем говорить честно, это все получалось во многом за бабки, за взятки, по каким-то там знакомствам. Ну, я думаю, мы понимаем, что люди хотели выехать, люди не хотели служить в вооруженных силах и до сих пор не хотят. И, соответственно, решались эти вопросы. То есть, тем самым, что если это все переименовать, переделать, переиначить, соответственно, можно будет всех заново отправить на перекомиссию, перепроверку и все остальное. Ведь мы понимаем, дорогие друзья, что многие, будем говорить, инвалиды, назовем их, которые получили инвалидность во время войны с целью выехать за пределы нашей страны, они, наверное, многие и не вернутся. Но в тот же момент им надо оплачивать какие-то там вот эти выплаты 2000 гривен в месяц, еще что-то там, какие-то льготы, пускай даже и формальные, ну, как говорится, что-то там такое делать. То есть отсекут попросту большую часть этих инвалидов, если примут соответствующий закон. Также, дорогие друзья, хочу заметить, что я оказываю на, естественно, платные основы, помощь в консультациях. Естественно, если хотите заказать у меня личную индивидуальную консультацию по интересующим вас вопросам, ссылочка будет в описании. Пишите, связывайтесь, с радостью, чем смогу, говорится, тем помогу. Также в завершении хочу заметить, что у меня такое ощущение, что худшие из людей у нас стали депутатами Верховной Рады. Эти дегенераты, я другим словом не могу их назвать, творят то, что вообще не лезет никуда. Смеются, там, резвятся. У них какой-то свой мир, напоминающий какой-то третий или пятый класс средней школы. Там снимают друг друга, гигикают, тот ржет, тот там что-то вытворяет, матюкаются. Ну, честно сказать, позор – это не депутаты. Еще кто-то говорит, что не надо проводить выборы. То надо от всех этих депутатов избавляться, потому что сидеть, ржать, в наглую хихикать в то время, когда у нас эти трагедии происходят, когда россияне обстреливают, у нас гибнут люди в Харькове, люди уехавшие остаются без всего имущества. Просто, честно сказать, мерзавцы и негодяи. Единственное, что я могу сказать о наших депутатах. Ни совести, ни стыда, ничего у них нет. Якщо ми зараз не змінимо державну політику, і от я ж хочу, щоб люди це побачили, якщо ми зараз не змінимо державну політику, якщо ми зараз не почнемо підтримувати родину, маму, дитину, в нас через 10-20 років нам нема буде кого представляти в цій сесійній залі Верховної Ради України. Ну ви задумайтесь про це. Ну невже це не зрозуміло? Будь ласка, є позиція комітету, хочете відреагувати? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Давайте проголосуємо, шановні колеги. Не зараз, Олексій Олексійович, не зараз. Шановні колеги.